Корректировка не помешала бы и тексту другого баннера, который размещен в Ангарске. На нем один из кандидатов в городскую думу призывает избирателей голосовать за себя. Но вот незадача. Обращение написано с грамматической ошибкой. Создатели агитационного баннера неправильно просклоняли слово «дебаты». Курьезности ситуации придает и то, что кандидат в депутаты, на чьем плакате допущена ошибка, является директором школы. Фото баннера разместил на своей странице один из пользователей соцсетей. Меньше чем за сутки безграмотная надпись собрала свыше 1000 перепостов. Ее прокомментировали десятки человек. Один из них оставил фото плаката с аналогичным призывом, но уже за другого кандидата. Правда, ошибка на нем все та же. Thank you.